Алисию Алонсо называют национальной героиней Кубы. Легендарная балерина прилетела в Москву, преодолев огромное расстояние, чтобы посетить концерт в свою честь, который пройдет в Большом театре. Создательница национального балета Кубы отметила 90-летие, но продолжает руководить своей всемирно известной труппой и лично представляет ее звезд в Москве. В программу гала-концерта «Вива Алисия» вошли фрагменты классических балетов в редакции Алонсо и ее оригинальные композиции. Она соскучилась по Москве и Большому театру. Последний раз Алисия Алонсо с национальным балетом Кубы была здесь 12 лет назад. Она плохо видит, но живо реагирует на происходящее. Обострена интуиция. Все так же руководит труппой, ставит балеты. Говорит, все идеи у нее в голове. Остается надиктовать и записать. Ее танцующие руки красноречивее слов. Быть в форме помогает класс. Каждый день делает станок дома. Не дает поблажек ни себе, ни другим. Быть в форме помогают ежедневные упражнения. Я тренирую руки и ноги. Это не так просто в моем возрасте. А еще рядом любимые люди, которые верят в меня, с которыми тепло и надежно. О ее жизни ходят легенды. За плечами Гаванская школа, балетной академии Лондона и Нью-Йорка. Ее педагог София Федорова, прима дягилевской труппы, учила танцевать не только ногами, душой. Она стартовала в Америке на Бродвее, когда не было настоящего балета. Но кукольные танцы всего лишь эпизод. Классический танец – смысл ее жизни. В 48-м Алисия открыла балетную школу на Кубе. Во время диктатуры Батисты уехала из страны. Вернулась по зову Фиделя Кастро. Возглавила балет Кубы, ставшим национальным достоянием. Стала первым послом мира между социалистической Кубой и СССР. Благодаря Фиделю все балетные школы у нас на Кубе бесплатны. Все дети с 9 до 10 приглашаются на балетные просмотры. Родители не боятся отдавать их балет. Знают, это стабильное и гарантированное будущее. 8 танцовщиков приехали на гала в Москву. Винксей Вальдес, медалистка, первая танцовщица в труппе. Говорит, каждая девочка на Кубе мечтает стать балериной. Из 200 претендентов в школу принимают 30. До финала доходит, в лучшем случае, 8. В Большом по Декатре только примы. Сама Алисия танцевала его с разными балеринами на разных сценах. Сделала свою версию, кубинскую. У нас много общего между русской и кубинской школой, в основе одна техника. Может, у нас все чуть мягче, мелодичнее, в России более динамичный, бравурный танец. Сейчас кубинские горячие парни оставили позади себя многих, а в конце 40-х мужского танца просто не существовало. Алисия с нуля учила своих танцовщиков. И не только классику. Алисия за авангард. В ее труппе даже умирающий лебедь – мужчина. Алехандро Верельци – единственный, кто может конкурировать с примами под музыку сенсанса. Здесь все другое. Движение, жесты, пластика. Даже с музыкой мы экспериментировали. Это не совсем сенсанс. Алисия любит нестандартные вещи. Работа для нее главная. Лучшая Жизель мира. В 58-м Алисия станцевала эту партию в Большом и Кировском. С тех пор двери главных театров страны для нее открыты. Она сама ведет репетицию, интуитивно чувствуя все неточности. В этом гала классика и современный танец, фрагменты балетов, поставленных самой Алисией. Ради этого вечера она пролетела 10 тысяч километров, чтобы снова, как когда-то, услышать триумфальное «Вива Алисия». Елена Ворошилова, Алексей Акимов, «Новости культуры».